вот наконец-таки порадовал меня новой машиной. Порадовал меня Автоград. Скажете, что ну Автоград немножко всем надоел. А я скажу, не надоест он, потому что всегда есть что-то новенькое. Всегда есть желание у маркетологов Автограда попросить Лешу ну, что-нибудь сделать экстраординарное. Ну, вот делаем. Эту машину я сразу после того, как увидел, попросил тест-драйв, сказали, не дадим. А теперь дали. Все от Дукаты. Ну и вот он, пример отечественного автопрома. Полностью отечественного. Машина полностью собирается в России. То есть даже кузова свариваются. А как свариваются? Я как-то показывал коммерческое видео, сам удивился. Автоматы варят. Автоматы делают антикоррозионную противошумовую обработку. Автоматы красят. Автоматы монтируют подвеску. Да все, что угодно. Класс, да? Вот это действительно отечественный автопром. С электропакетом, с подушкой безопасности. Грамотно выполненный. Грамотно выполненный, еще и доступный. Потому как Solaris Finance предлагает вам систему кредитования 0%. И удорожание этого автомобиля это всего лишь 8%. То есть, ну, действительно грамотно, что еще можно сказать. Про машину пройдемся. Машина недорогая. И стартует примерно от цены, ну, от 690, там, в зависимости от модификации, до... А теперь по модификациям пройдемся. Это модификация исключительно грузовая. Есть и грузопассажирская, кстати, люксовая версия. Я вот думал приобрести 9-местка, в категорию B попадает. Еще для нас, авиамоделистов, там еще и кузовочек есть, куда модели можно повесить. Это чуть подороже, но все равно доступно. Ну и теперь, если вы решили денежки заработать, а денежки сейчас заработать легко, я вам сейчас просто расскажу, как это делается. Мы в тот момент, когда вы смотрите передачу, отдыхаем в Египте, кузов греем. Вот. Поехали из Москвы, кстати. Это на 20-40 тысяч дешевле, чем вы поедете из Уфы, допустим, или из Магнитогорска. То есть турфирмы. Берем такой автобус, набираем группу экстра, даже если по 5 тысяч человека. Но я считаю, что заработок 5 на 15 за 12 дней 45 тысяч с таганом. При этом машина-то не ест ничего. Знаете почему? Потому что здесь двигатель стоит 2,3 литра от Ивека. И мощность этого двигателя, она такие лошадки такие, упорные лошадки. 102 лошадиная сила. А, простите, 110 лошадиных сил. Двигатель, разумеется, турбовый, грузовой, ходячий. Сервисные материалы заливаем спереди. Масло, масляный фильтр скручиваем снизу. Кстати, клиренс у машины достаточно большой. Я специально тогда еще полазил, посмотрел. То есть подлезть есть куда. Для тех, кто хочет на дальняк ходить, для тех, кто хочет зарабатывать деньги, и для тех, кто не хочет фуру таскать. Ну, есть такие вещи, которые не обязательно там 20-тонниками возить. Да? Сюда, кстати, можно 3,5 тонны так легко упаковать. На такую версию. Так вот, для тех, кто любит на дальняк ходить и любит поспать. А, ну, скажем так, если нет спальника, то где можно поспать? На ровном сиденье. И полик здесь, пожалуйста, можно переходить, двери как открываются, обзорность какая, динамика какая. У этой машины сейчас, к сожалению, а может быть и к счастью, нет конкурентов, потому что, ну, Mercedes грузовой, он дорогой. Все остальное это чисто утилитарное, чисто городское. А вот Fiat Ducato, это машина для идеального зарабатывания денег. Посмотрите, как она идет, почему она так идет, машина классная. Почему она так управляется? Ну, потому что спереди стоит Макферсон. Неубиваемая подвеска, обратите внимание. Помните, классика, да? Каждые 5 тысяч что-то надо было менять. На 99-ке я проехал до момента продажи 75 тысяч километров. Не менял ничего вообще в подвеске. Ну, сзади, понятно, балка. Что еще надо? Что еще надо? Приехать в Автоград, оформить кредит, взять себе такую машину, забыть нафиг про свое старье, ездить, зарабатывать деньги. В крайнем случае эта машина подходит как простая легковушка. Потому что дизелек, ну вот надо. Ну вот она, динамика дизеля. Ну что еще надо говорить, блин? Ну давайте на грузовичке. Уж последний тест-драйв, так оторвемся. 4000 на 4-й, 110. Добавим керосину. Ах, дизелечек. Ну ветерочек, понятно, подсдувает. 130, газель так ездит? По-моему, нет. Дальнейшая цифра 140.
чуть-чуть дальше. 150, до 4000 не дошли. Так, еще дальше едем. И вот уже 160. Ну, харе, конечно, харе. Харе. Ничего так, да? Грузовик. Грузовик. Грузовище. Эх, ты от дукатища.